Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я буду готовить окрошечку на воде с лимонной кислотой. Для окрошки продукты, в принципе, у всех, наверное, одинаковые. Начинаем с зелени. Нарезаем сначала лук зеленый, потом укропчик, потом огурец. Все стараемся нарезать помельче. Складываем в кастрюлечку. Когда зелень всю порежем, ну, овощи, вот лук, огурец, укроп, редисочку, мы посолим. Так еще моя бабушка делала. Всегда лучок и овощи перетирала немножечко солью. Так, кладем лучок. Укроп без хвостиков кладем. Огурец сначала режу на пластиночки. Потом пластиночки режу на вот такие тоненькие брусочки. Огурцы будут не кубиками, будет их есть намного удобнее. И крупную редисочку режу пластиночками, колечками. И тоже соломкой. Кладу примерно чайную ложечку соли. И немножечко перетираю овощи солью. Потом досолим по вкусу. Так, сразу кладу пол чайной ложечки лимонной кислоты и вливаю холодную кипяченую воду. Сразу кладем майонез. Картофель я не нарезаю, я его пропускаю через такую вот сеточку. В окрошке сильно мелко картофель, как бы, мы не любим. А так очень удобненько. Теперь можно почти доверха доливать водичкой. Ну или по густоте, как вам будет, как вам нравится. Доливаем холодную кипяченую воду и пробуем окрошечку на соль. Если надо, досаливаем. И грамулечку лимонной кислоты. Лимонную кислоту кладем по капельке, и она проявляется уже в конце, когда постоит окрошка немножко. Поэтому лучше не докислить, чем перекислить. На соль и кислоту мы попробуем еще в конце. Ветчину нарезаем сначала колечками, потом полосочками. И кусочками мелкими.
Так, и тоже в кастрюльку. Яйцо режем на 4 части и тоненькими пластиночками. Вот такая окрошечка получилась. Веселенькая, симпатичная. Делать ее абсолютно несложно. Приятного всем аппетита!